Дубае, мол, очень дорого, так а где же покупать брендовые вещи по самым выгодным ценам? Каждый наш прилет в Дубай, в первые дни я отправляюсь именно в этот аутлет. Давайте пробежимся по известным магазинам. Так, Пьер Карден, такой костюм у меня уже есть, рубашка стоит $60, брюки тоже, это в 4 раза дешевле. Дальше Гес, вот такое платье, например, можно купить за $90, это 3 раза дешевле первоначальной стоимости, а кроссовки за 70. Дальше в Томми Хилфигер, здесь я примеряла вот такой костюмчик за 2 вещи, получилось $145, а 3-ю я выбрала в такую юбку, была в подарок. Кельвин Клайн, я нашла вот такой купальник всего лишь за $55. Пуми тоже классные варианты, топы по 25, а лосины по 35, на кроссовки тоже были скидки. Ну еще порадовали ванцы, которые все продавали по $30, в Минске я детям покупала по 100. А на десерт у меня Balmain, здесь я примеряла вот такой костюм, $130 накидка и столько же брюки, $105 платье и $330 сумка вместо 1600. Теперь я в обновках, гуляю по Дубаю, а купила я все это в Дубай Outlet Mall.